Значит, когда Раиса Ахмедовна с вами разговаривает, она включает программы, о которых мы не подозревали. Она формирует ментальное тело. Но ментальное тело, духовное тело, которое не имеет ни формы, ни размера, ни веса, ни запаха, оно тесно связано с физическим ментальным телом, которое реализуется с материальными нашими структурами, хромосомами. Есть огромное количество биологически активных веществ. Это экстракты растений, из женьшеня, откуда угодно. Значит, их сотни. Наша аппаратура, имитируя функции хромосом, способна считывать информацию с любого биологически активного соединения. И комбинаторика этих файлов воздействует на человека совершенно определенным образом, в зависимости от того, какая программа подобрана. Можно поразить вирус, блокируя его размножение словесными программами, воздействуя на ментальном уровне, на наше ментальное тело. И так далее. То есть огромная область человеческого знания сейчас всячески глушит медицина официально, потому что она заинтересована в огромном количестве больных. Это система. Система выкачки денег за счет того, что они паразитируют на нашем нездоровье. И поэтому то, что вот делает Раиса Ахмедовна, то, что я делаю, то, что делают честные медики, да, это все находится под прессом, вплоть до, так сказать, самых суровых мер, потому что когда мы говорим, что не надо инсулин, мы вам вырастим поджелудочные железы новые, почки новые, сердце новое, легкие новые, сосуды новые. Регенерируем, омолодим вас, затормозим старение, потому что мы можем жить 200 лет, 300 лет, 1000 лет, 100 тысяч лет можем жить, как наши предки жили. Но у нас программа обрезана примерно 120 лет. Само слово «бессмертный» говорит о себе. И вот сейчас вибрация ДНК, вибрация этого растения, бессмертника, передается в ваши клетки, клетки каждого органа. А сейчас звучит звук дикого цикория, великолепнейшее растение. Это его звук. Он восстанавливает работу сосудов головного мозга, восстанавливает работу печени, желчного пузыря. А вот сейчас звучит голос Календулы, дар богов, звук ДНК этого растения. Останавливает рост, развитие любых образований. А сейчас звучит великолепнейший растение Дитакола. Это трава бессмертия. Это трава, дающая мощную информацию нашей иммунной системе на ее возрождение. Возрождается память стволовых клеток. Итак, мы в программе ключа, в программе саморегуляции, в программе самовосстановления. Лужайка, лето. Представьте, есть тропинка. И мы по этой тропинке ходим в лес. Высокие-высокие деревья. Мы вошли в этот лес, прищурили глаза и посмотрели на яркое-яркое солнце на голубом небе. Вот этот сноп, огромный сноп солнечных лучей, всех цветов радуги направился к нам. Солнечные лучи, пусть наполнят ваши руки солнечные лучи. Направьте свои руки сейчас к своему лицу. Не прикасаясь к лицу, почистите свои каменные пазухи, почистите свои глазки, уберите все свои морщинки. Не прикасаясь к лицу, почувствуйте, что идет из ваших рук. Почувствуйте это. И вот сейчас взяли один длинный-длинный солнечный луч золотого цвета и стали нанизывать на этот золотой лучик копчик. Почистили его в каком-то сосуде. Он был ржавый-ржавый. И тот, куда опустили, копчик-то посветлел. А в следующий ведро положили ис. Ис был мятый, съеженный. И вдруг на ваших глазах ис расправляется. Потом взяли позвонок. То же самое проделали.
Вот вы сейчас как бы представляете, как вы как нанизывать на золотую нить солнечные лучики. Ваше внимание, как на фантоме перед собой и внутри вашего организма. Вы как бы, слушая, чувствуете себя. Не уходите далеко от тех органов, с которыми вы работаете. Не уходите далеко. Итак, сейчас солнечные лучики останавливаются. Задавленные деспотизмом существования, требующего от нас выживания и самореализации во все отягчающихся условиях, мы подчас оказываемся во власти тоски и отчаяния. Тогда мы либо бросаемся искать поддержки извне, у священников, психологов или врачей, либо ломаемся и падаем, сходя с дистанции жизни, так и не осознав того, что имеем в себе все для того, чтобы восстать из пепла в любой ситуации. Что наш дух – это всемогущий Творец, практически неограниченный в своих возможностях. Однако эту практику, преодоление с его помощью воли обстоятельств, эту чудесную способность к самосозиданию вопреки всему, каждый из нас должен открыть в себе сам. Таковым было условие нашего прихода в этот прекрасный и яростный мир. Стадион, огромнейший стадион, гудит. Россия проигрывает в пух и в прах. Осталась ты, самое главное. И только ты можешь вылечить нашу страну, и будет звучать наш гимн. Ты великая спортсменка. Отпусти свое тело, руки, все отпусти. Каждая мышца, каждое сухожилие понимает, что ты хочешь сделать. Представь, ты бежишь последние метры. Последняя стометровка пошла. Гудеть стадион, кричат твое имя. Ты все можешь. Ты. Ты пошла. Пошла. Все могу. Я все могу. Все могу.